GetFun на связи, Полундра. В этом новостном дайджесте поговорим про новые ветки, про халяву патча и розыгрыш на канале, а еще про грабительские цены на 11 уровне, которые скоро осушат ваши игровые счета. В общем, все важные инфоповоды, которые вы могли упустить на этой неделе, будут в этом видео. Ну а если хотите оставаться на связи даже после возможной блокировки YouTube, о которой все чаще мы слышим из новостей, то прошу обратить внимание на ссылки в описании. У меня есть группа ВКонтакте, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Я вас там жду. Но одной из ключевых новостей этой недели стал анонс релиза суперкораблей. Отдельное видео со всеми нюансами уже есть на канале, ссылочка есть в подсказках. Но если коротко главное, то ждем релиза класса в обновлении 0.11.3 вместе с подводными лодками. К этому моменту необходимо подкопить много серебра, ведь разработчики, как и обещали, задрали ценник на покупку в небеса. За линкор 57 лямов, и это просто космос. Крейсера и эсминцы дешевле, но не намного. А самое неприятное то, что стоимость обслуживания за выход в бой будет 360 тысяч серебра при доходности на уровне корабля 10 уровня. Без возможности камуфляжем за дублоны снизить стоимость обслуживания или повысить заработок кредитов. Учитывая, что в среднем за хороший бой десятка в таких условиях с премом приносит где-то 300 тысяч серебра, то выход в ноль, видимо, будет очень редким, но приятным событием. Все остальное время суперы будут сосать серебро с ваших запасов, и это очень понижает шансы на то, что 11 уровни захватит рандом. Так что если вы боялись того, что ваши любимые десятки и прям девятки сильно потеряют в комфорте, то можете расслабиться, скорее всего, этого не произойдет. Ну а если хотите получить к себе супер, то рекомендую уже сейчас присмотреться к покупке прем-корабля и начинать фармить. У меня на канале, кстати, на днях вышло видео про самые простые прем-восьмерки, на которых смогут фармить даже новички. Ссылочка в подсказках. А еще на неделе было установлено обновление 0.11.2, которое открыло несколько типов геймплея и принесло любимую многими халяву. Как обычно, при прочтении патчноута доступны небольшие подарки в виде премвремени и очков морского братства по кнопочкам, спрятанным в новости. Ссылочку, если не забуду, оставлю в подсказках. Но самый быстрый фарм очков морского братства, валюта, за которую можно купить ящики с возможностью дропа прем-кораблей и ящики с сигналами, проходит в этом обновлении в новом режиме «Дикий бой». Кадры на фоне, кстати, как раз из этого режима. Пока я записывал для Полундры видео, кстати, выполнил незаметно для себя две из трех задач и получил попутно награды за боевые задачи с сайта в виде камуфляжа и кэпа Паназии. Все потому, что, вопреки опасениям, фарм серебра в режиме не стали резать. Просто для хорошего фарма необходимо обеспечить своей команде первое или хотя бы второе место по выживанию. То есть, не нужно сливаться в первую минуту. А лучше потратить время на сбор драгоценных расходников. Второе место, кстати, без проблем берется даже без поддержки отряда. Тут нужно просто иметь хоть какой-то опыт игры на эсминцах. А также попытаться договориться с вашей командой с помощью пингов по карте. Вы не поверите, но очень часто работает. Ну а опыт в этом режиме реально льется рекой. 2300 за 8 минут, как по мне, это халява, которую мало где можно найти. Есть, конечно, неприятные новости. После окончания ивента весь этот океан опыта упадет на Орлан и будет там лежать мертвым грузом, пока вы не решите задонатить на свободку. Тем не менее, исходя из первой новости, даже серебро в игре сейчас стоит много. Так что режим рекомендую опробовать, а если соберетесь, то еще и погудите. Поклонники Безумного Макса, уверен, будут просто в восторге от услышанного. Я, к примеру, был приятно удивлен.
Еще обнова открыла возможность к получению эсминцев Италии, фишками которых будет разрыв эсминцев и другого картона на полубронебойных снарядах и кавалерийские обходы по флангам, в том числе с использованием дымов полного хода. Для получения кораблей в порт по раннему доступу необходимо фармить временную валюту через арену доблести нового ивента для сервера, выполняя боевые задачи, опять же, на опыт и урон. Где их взять, вы, я думаю, уже знаете. Потом жетоны обмениваются на корабли и камуфляжи. Есть, конечно, варианты еще и для донатеров на дублоны, но я предложу вам с этим не торопиться, ведь ветка ожидается очень специфичной, и в будущих обзорах я вам докажу это. Сейчас просто совет. Не та эта ветка для слива дублонов, поверьте на слово. Ну а еще патч вывел из раннего доступа в релиз паназиатские крейсера, которые я уже начал потихоньку обозревать. Видосики есть на канале. Потому если хочется покатать адреналиновый картон, который прячется в дымах и разрывает фланги на торпедах, то ваше время пришло. Смотрите обзоры, прокачивайте кэпов, впитывайте тактические особенности и вперед в рандом. Хотя тоже скажу, что ветка очень специфична и вряд ли зайдет всем. Тем не менее, порой, заспамив целый фланг глубоководными торпедами, вы можете получить исключительный, недоступный до этого, фан от игры. Ленкороводам, конечно, в этих условиях остается только лишь прятаться за спинами крейсеров и эсминцев. В остальном, патчик получился, если честно, пресным. Улучшенные визуальные эффекты выстрелов ГК и ПМК, которые, к примеру, тоже выглядели на этапе анонса как большой кит патча, в бою совсем не замечаются. Только лишь однажды, оказавшись на карте с плохой погодой, восхитился молниями, но это мелочи на фоне длинного рандома практически без изменений. Хотя, может быть, это я слишком много времени провел в диком бою. Что скажете вы? Пишите комментарии, заметили ли вы изменения с картинкой. А еще патчик оказался немного с подвохом. После выхода в игру многие заметили, что были списаны какие-то инферальные камуфляжи. Но, как оказалось, этими камуфляжами игроки пользоваться не могли, и они остались после списания кораблей с какого-то из предыдущих ивентовых режимов. Так что тьфу-тьфу, полет нормальный, никаких критичных багов или недостатков обновы не принесла. Можно обновляться. А напоследок новость, которую я решил создать сам, ведь мне показалось Палундра, как и неделя, пустоватой на события. Потому объявляю блиц-розыгрыш 10 тысяч дублонов. 2,5 разыграю прямо тут в комментариях, а 7,5 в канале Телеграма, который создал для того, чтобы если вдруг уж российские власти заблокируют YouTube, у нас с вами остался хоть какой-то альтернативный способ коммуникации. Условия розыгрыша очень просты. Тут можете просто подписаться и написать свой ник в комментариях, а в телеграм-канале просто прожать кнопочку «Хочу дублоны» в закрепленной новости. Ну и, конечно, тоже подписаться. В понедельник будут известны победители, и я с ними свяжусь, а призы отправлю в течение недели. Ну и на этом, в общем-то, все. Желаю всем удачи в розыгрыше и хороших новостей. Прошу написать в комментариях, какая из них вас затронула сильнее других, а я же ухожу в закат. Надеюсь, выпуск получился интересным. Спасибо за ваш просмотр. Мира вам и до связи.